1046 школьников Якутии получили знаки ГТО. Об этом сказали сегодня на подведении итогов внедрения всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса в республике. За два года в 43 районах организовали муниципальные центры, подготовили более 1000 специалистов и свыше 300 судей. Всего на втором этапе внедрения ГТО охвачено более 13 тысяч учащихся. В целом работа проведена организованно и планово, но существует ряд проблем в финансировании, в рассмотрении дополнительных штатов и регистрации на местах. По итогам анализа республика среди 85 субъектов России занимает лишь 60-е место. Третий этап внедрения ГТО стартует со следующего года. Его задача – охватить население повсеместно. Также тему внедрения ГТО обсудили на семинаре. Очень хорошо. Нужно отметить работу Нерюнгринского республиканского центра тестирования, центра тестирования в Мирнинском районе, а также Алдан. Очень хорошо проводят работу. У них уже очень много выпускников получили знаки отличия, как золотые, так и другие.